Эй, привет, мой дорогой друг! Время позалипать ютубчик, тем более, что у нас подъехало новое видео. Это Far Cry 4. Bad Boy is a game. Итак, ребята, я нахожусь в Кират аэропорту. И у нас тут миссия у Уиллиса. Давайте выполним, узнаем, что ему нужно. Полная херня! Эй, тебя что, не учили? Сначала стучи. Где оригиналы? Повторяю, раз ты такой забывчивый. Ты помогаешь мне, я помогаю тебе. Ладно. Залазь, расскажу тебе кое-что. Так сказать, аванс. Хорошо. Валяй. Я встретил твоего отца в Тиртхе, ну и за стаканом другим принял в наши ряды. Он тогда впахивал на Пейгана Мина. Глаза светятся, все дела. Когда Мин прикончил наследника трона, такой вал говна поднялся, извиняюсь, конечно. Что? Не-не-не, я тебя не слышу! Не парься, справимся с этой работенкой, получишь полный расклад. И что? А, в Гималаи полетели. Ну, прикол. Опять по снегу. Вы вовремя уехали, в Кирате стало тяжко. И, судя по всему, виновата Юма. Есть вопросы? Задай их ей. Что о ней знаешь? Лучшая подружка Пейгана. Из Гонконга. Дриада аж по самый Инь-Ян. В курсе, что это? Инь-Ян. Она. Так, а зачем мы тут? Хотим прикрыть одну из лавочек Юм. Выгорит. Заставим даму говорить. Мы, блядь? Мы или я один? Убить или быть убитым? Найди и убей помощника Юмы. Ну, как всегда, ребята, как всегда. Ага, хотел такой, типа, ну, остался, начнем. Там я вообще никого не вижу. Что, никого нету? Монастырь Акаш. Ага. Ой. Еще один сраный труп. Внимание! Видите, тут убийца! Кажется, я попал. Переверните тут все. О, меня спалили. Какой пулемет? Ты чё? Я с пистолетом, алё. Ага. Чего себе? Пожалуйста, хилься. А у меня нет аптечек. Ребята, походу, попадос. А можно миссию эту заново начать? Я чё-то это... Погорячился. Вышел и ни аптечек не купил. Мне кажется... А, не, ну патроны, ладно. Патроны вроде есть. Так, чё, куда бежать вообще? А куда он? Где-то тут третий. Уиллис, с помощником Юмы разобрался. Ты уверен, а что тут? Это был нужный? Как, по-твоему, я могу это проверить? Сфотографируй и пришли фото мне. Ты просто еще один сраный труп. Подожди, я хочу туда залезть. Я могу туда залезть? А, я могу сюда зайти. Я тут что-то видел. А, ну тут просто потрошки. И пулемет. Ха.
Так бы, конечно, приятно было бы взять какие-нибудь аптечки. А, слушай, я одну аптечку подобрал. Где-то уже успел. Где-то уже успел подобрать аптечку. А зачем я его обыскиваю? Мне же надо же сфоткать. По нулям. Отлично. Не твоя цель. Тот, кто тебе нужен, следит за раскопками Юмы. Знаешь что? Зачисти в этой зоне всех парней, которые на вид годны на что-то большее, чем мытье посуды и чистка сортира. Знаешь, дебис американской армии? Убивайте всех, Господь своих опознает. Со мной, что это за девиз, блин? Маньяк, убийц, какие-то. Так, ну теперь, конечно, в самого первого встречного я стрелять не буду. А почему у меня с патронами? С выстрелами, точнее. Есть у меня пару вопросиков, почему мой пистолет перестал попадать в головы. Где мой АИМ, блин? Какого хрена? И где он? А ты чё здесь спрятался, блин, а? Так, что тут еще одну аптечку подобрал? Ну, отлично, отлично, отлично. Даже никто не ходит. Тут, ага, тут забраться не вариант. Ну давай, чеселенок не хватает. Найдите помощника Юмы. Еще одного, да, надо найти. Короче, снайпер и двое работяг. Так, что если я сюда заберусь, тут что вообще? Блин, тут идет один. Он меня сейчас спалит. Они еще в какой-то мега броне, да, как я понимаю? Кто стреляет? Слушайте, а тут вообще так-то прикольно было бы незаметно ходить. Но я как всегда, как слон в посудной лавке. Там еще вертолет за мной летает. А как туда наверх забраться? Так, и еще снайпер. Снайпер. Здорово, мужики! Вот это я залетел. Вот это я зашел, блин, в гости. Какой огонь? Стой, 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 стой.
откуда? Ты откуда взялся, блин? Ты что, все время здесь сидел? Еще птичка. Еще одна птичка. Это хорошо. Что у них за маски красные такие? Золотой путь умрет! Золотой путь умрет! Так, подожди, я хочу. Я вхожу! Наверное, сейчас. О, тут залутаемся. Ага, вот он где, он сидел. Ладно, в принципе, можно, наверное, спускаться аккуратно. Блин, у меня же аптечки были, блин, зачем я это сделал? Так, и что? Не понял, а чё это не фоткает? Алло, блин, а чё ты не фоткаешь? Может его как-то... Я нашел ключ на одном трупе. Возьми с полки пирожок. Убьёшь командира, звони. А, надо было ключ. А почему мне там фотку? Или я уже там сам додумал, что фотку надо сделать. Странно. Вот эта тишина меня напрягает. Ко мне идут. Я сваливаю. Что? Стой! Как мне отсюда выбираться? Местцы прорвешься. Когда надо будет, я вернусь. Ну, ты молодец, конечно. Так, вижу танка. Но это стопудово еще не все. Еще один гуляет. Тут еще двое. Так, мне куда-то туда. Почему? Я с первого раза их убить не могу. Убить, ублюдка! Ноускоп! Подожди секунду. Кто идет вниз? Блин, еще кто-то меня палит. Еще один танк. Да ну нафиг. Так, а надо, может, затаить дыхание? Вот так-то лучше. Кто-то ходит. Или мне кажется. Наверное, это маленькие мышки бегают. Мимо сундука я пройти точно не могу.
Это... Что тут за людоед? Это мумия. Блин, круто, конечно, по таким местам вообще гулять. Контрольный. Так, найди и убей помощника Юмы. Ну погнали. Так, ну там уже целый отряд. Снайпер, снайпер. О, а там вроде так никого нету. То есть я могу в целом... Кого-то еще обнаружил. Угу, они все в той стороне. И все туда, в принципе, смотрят. Потому что, наверное, в эту сторону нет дороги и пути. Поэтому они все туда и смотрят. Так, в целом я даже фиг знает, как, куда, откуда тут добираться. О, еще один. Ага, эти двое сюда залазят, это, конечно. Я могу вот этого грохнуть. Тот вообще где-то там спрятался. Подожди, куда он? Куда он собрался? Это вообще фиг знает, где там ходит. Так, ну слушай, я вроде как бы зачистил. Я зачистил, и у меня 10 патронов. Ну это... А, ну еще и в обойме 10, да? Вы чё кричите-то, ругаетесь, блин? Ну здесь я, и что? Патроны, аптечка, броня. Так, что-то... Такое подозрение, что сейчас какая-то бойня, да, будет? Мне всего надавали. Так, кто-то палит меня. Не могу понять, откуда. Же, что это за лук такой крутой? А лук я типа не могу подобрать. Да кто меня спалит? Где он? О, двое здесь. Все, дорога открыта. Ну все, в принципе, тут можно так, наверное, даже пробежать. Еще броня, но броня у меня уже, в принципе, есть фуловая. Ого, вот это я круто, конечно, бахнулся. А, ну мне все равно, как я понимаю, вниз, да?
В смысле, они типа про меня знают, да, или чё? Нет, они про меня не знают. Не, видимо, все-таки знают. Оу! Парнишка, ты чё? Сделал. Ага. Сейчас я завтрак доем, а там и тебя подхвачу. Бекона в этой стране днем с огнем не сыщешь, мать твою. Отбой. Все что? Это причем не я начал падать, он просто бежал и бежал. Так, ну что нас, вытащили или не вытащили? Ага. То есть так и задумывалось. Ну что, молокосос, как ты там, полет нормальный? Найду другой выход на Юму. Свяжусь с тобой. Я типа лечу. Убить или быть убитым. Задание выполнено. Не, это конечно все круто. А куда я вообще лечу? Так, мне уже 11. 11. Может все-таки прокачать? Хотя бы вот это прокачать. Прогресс сколько у меня уже? 6 из 8. Ну да, я бы, наверное, все-таки, наверное... Ну-ка, давай. Всегда по одному будет стоить? Да, мне кажется, всегда будет по одному стоить. Давайте все-таки вольем все свои накопленные... Я не знаю, как они... Жетоны эти... Все, 10 из 10. Текущий бонус плюс 50%. Плюс 50%. Все, одну оставим. Потому что это мы все равно когда-нибудь да точно разблокируем. Там пацаны стреляются мои. Подожди. На С же, на С, нажимать нужно на С, а я на Е нажал, типа, выйти. Так, кстати, вот тот барабан должен быть. Хочешь совет, Аджай? Если ты нанимаешь людей, пользуйся услугами профессионалов. Самых устрашающих, каких найдешь. Знаешь, ради твоей матери я оплатил обучение целой группе студентов-медиков в Сингапуре. И никто из них не вернулся. Можешь поверить в такую неблагодарность? Пол разобрался с их семьями здесь, а я, пользуясь своими связями в Сингапуре, разыскал их самих и воздал по заслугам. Но теперь мне приходится самому себе вскрывать фурункулы. Вот так. Гарри! Принесите мне бинты, сраный антисептик! Прошу! Помогите! Так, а чё там, кто? А, тачку починить? Ну давай починим. Давай тачку починим. Насколько я помню, за это бабки дают. 4500. Ну что, ребята, на этом будем заканчивать. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. С вами был Bad Boy Games. Я же Виктор. И увидимся на следующих видео. Пока-пока.